потом я зачитаю это, как сказать, такое мерзкое письмо про обрезку, да, ученого человека. Да, режем, да, режем, жрать хотим, дети хотят есть. Вот и режем. Но если у вас хватает денег, если хотите просто вкусных груш поесть, это груша, сварок, пока молодая, зараза, она такая вкусная. Потом, значит, вот, вообще все не отвлекаюсь. Посмотрите, от земли не отрезана ни одна веточка. А вот эти отрезаны, потому что это побеги на прививку. И одновременно каждая отрезанная ветка потом даст 2, 3, 4. Это маточное дерево. Оно обречено. Вот оно 30-40 лет жить не может. А те его же сварок, который я показывал, там урожай такой, что дерево не видно, да? И ветки, которые не имеют права жить, потому что они вот так висят. Помните? Прошлым, позапрошлым. Нет, нет, похвастаюсь. Дикий урожай, да? А там ни одной ветки не отрезано. А то без разбора. А сам режет, а другим это самое, что он голову морочит. Обрезка помогает. Обрезка срок жизни удлиняет. Я вам еще буду показывать это. Я еще не все показал, все эти первые, за которые надо вообще-то морду бить и в тюрьму садить. Вот они, эти самые. Свеженькое все это срезано. Почему? Дерево старое, ему 30 лет. Вот. Его нужно омолаживать. Вот это и есть омоложение. Но не избави Бог на кольцо. Если бы я резал на кольцо, давно бы этого сада бы не было. Это просто пример. Отрезаете, вынуждены, омолаживаете. Вам нужно, чтобы дало свежие приросты. Вот. Будьте добры. Оставляйте пеньки. Самое страшное, что вот это вот никто не понимает, что вот этот оставленный сучок, это пробка, чтобы сюда мороз не шел. Понимаете, оно отрезано вот тут. Вот тут рана, да, тут она беззащитная, потому что краска, она не защитит от мороза. Но а это начинает вот это отсыхать, отсыхать, отсыхать. Но поймите, почему до сих пор за всю мою жизнь, 20 лет, еще 200 лет до того печатного дела, все уничтожали деревья, обрезка на конце. Почему не поняли, что оставлять, и все наоборот, не дай бог, вот как там, помните? Вот. Это один из тысяч, тысяч публикаций, одна из тысяч, тысяч, тысяч. Не дай бог вам оставить. А теперь, кроме меня и вас, никто этого не знает. И тимирязевцы не знают. И шикарно образованцы, тоже не знают. Что вот это вот пробка, пробка, пробка. Чтобы туда мороз не проникал. Раз искалечили, то не до такой степени, чтобы это. Все как-то это, поменьше это. Ну неужели это вот, вот сейчас, посмотрите, ведь что, непонятно, вот это я сказал. Что вот еще ниже, вот. По-живому отрезано. Она будет отсыхать помаленечку. Но это пробка, чтобы туда мороз не попал. Ну как вам это? Пробка, пробка, пробка. А вы хотите, чтобы вот эта рана, она будет 2 раза больше, 3 раза больше за подлицо? Ни одного курдюма приезжал. Ходили по садам, по моим, по соседским. Он не мог поверить, он же это, с Кубани. Ни одна не зажила рана. Соседи все обрезали на кольцо. И я ранний дурачок резал на кольцо. Вот. Я сказал, Алена Александровна, покажи свою косу. Вот. Потому что женщины с косами, это, как сказать, когда-то в старину считалось, что сила женщины в этих косах. Это так, слово. Вот. Она достала, показала, что стесняться. Настоящая женщина, она должна быть косой. Ладно, проехали. Это так, слово. Вот. А так, омоложение. Вы скажете, дерево молодое, зачем его омолаживать? Мне ветки нужны. Ветки, ветки, ветки. И вам ветки нужны.